Привет, друзья, с вами Барретт. Я продолжаю проходить Need for Speed Carbon. Друзья, я хочу поставить себе турбонаддув на тачку, но мне не хватает денег. Турбонаддув стоит 10 тысяч, а у меня всего лишь 5200. Ну что, поехали поищем себе приключения, заодно и денег заработаем. Так, выбираем свободный режим и погнали. Ну как же без дрифта, друзья, как же без дрифта. А вот и гонка, друзья, в ней примем мы участие. Так, откроется диски, первый набор. О, ставка на гонку уже 7500. Это неплохо, неплохо, честно говоря. Мне как раз бабки нужны. Так, ладно, погнали. Ну что, Невилл, ты готов? Отлично, отлично. Ладно, погнали. Сука, подвинься. Смотри, как блокирует меня. Вот паразиты, блядь. Собака, он меня нехило зажал. Надо было по трассе ехать, я хотел через стройку. Хотел срезать и обломался, короче. Но ничего страшного. Эти черепахи медленные, как мы видим. Их можно обогнать. Подвинься, чувак, подвинься, чувак. Двигай сраку. Отстает, конечно, хули, у меня такой движок под капотом. Подрифтуем. Сбивая остановку. О, плюс 40 секунд. Нехило, нехилый отрыв такой. Какой сзади, у меня еще запас нитромы. Все, кто сзади, там и останутся, короче. Невилл держится рядом, это хорошо. Да он, походу, обосрался бы. О, мусора. Твою мать. Сука, 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 нет. Сука, мочи, мочи его, блядь. Мочи этого пидораса. Все, короче, я лоханулся. Но. Но Невилл первый, это хорошо. А, не, я думал тут финиш. До финиша еще далеко, это контрольная точка. Ютерн, я и забыл. Диспетчер, 1085, 1085. Высылайте все свободные экипажи. Нужна помощь. Принято. Браво, 2-6. Подкрепление уже выехало. Странно, я думал, что там финиш был, блин. Летим, Невилл, летим, блин. А вот и финиш. Да, друзья. Блестящая гонка. Копы в восторге. Да, копы в восторге, блин. Так, доступ к дискам я получил и 7700. Отлично, поехали дальше. А теперь осталось от мусоров оторваться. Ну что ж, покатушки, блин, начинаются.
Начинаются покатушки тут. Выходите вперед и блокируйте дорогу. И избегайте ущерба посторонним. Да-да-да, выходите вперед и блокируйте дорогу. Берем его в коробочку и гоним на заграждение. Нет, право, 2-6. Оставайтесь в заграждении. Ждите. 5-1 следует в ваш квадрат. Сейчас нахватаем мусоров, бля. Объект уйдет. О, территория БЦТ. На свою территорию заехал. Диспетчер, нужно подкрепление. Все свободные машины. Срочно. Срочно все свободные машины сюда. Срочно. Псих на зеленом Камару. Есть свободная машина. Направляю к вам. Что, сбиваем бублик? Так, парочка машин уничтожили. Это хорошо. Нужны еще машины. У нас один выбыл. Чарли, 18. Последний, можно сказать, выбыл. Предлагаю поугарать над мусорами. Подвинься, чувак. Пытается уйти. Упс, они хотят меня в коробочку взять. Он хотел столкнуть меня с дороги. Не вышло. И столкнул. Как не вышло, бля, развернул аж. В смысле не вышло? Так, лошара, я думаешь, я за тобой поеду, что ли? Я тут разворачиваюсь. 10.33, 10.33. Высылайте все резервы. Код 3, срочно. Браво, 2-6. Проверка связи. Доложите обстановку. Ничего нового. Вести миллион на хвосте. Он ушел, но недалеко. Проверьте мой квадрат. Внимание! Прежде чем скрыться, нарушитель следовал назад. Он не мог уйти далеко. Оцепление вокруг точки и к востоку от нее. Ждите дальнейших указаний. Диспетчер вас поняла. Это Сьерра-1. Со мной четверо. Выставили заграждение к северо-востоку от последнего 2-0. Так, короче, оторвался. Ладно, поехали, выполним еще одну гонку. Так, ладно, подъехали. Тут у нас истребитель, так, это на максимальную скорость придется разгоняться. Но я думаю, справлюсь. Может, даже мусора за нами поедут. Не давай ему шансов. Что, Невил, готов? Всех порвем. Всех порвем, блять. Всех порвем, только они рвут-то вперед. Вот этот Камару, что рванул вперед, у него стопудово улучшенный этот стоит нагнетатель. Вот тот сукан хотел меня снести с дороги. Так, тут подожнем немножко. Тут притормозим, пропустим этих. Надо бы обогнать этого пса. О, да, у нас гости. Так, Невил лидирует, как я понимаю. Ладно. По барабану, кто из нас выиграет, конечно. Ты второй, добавь скорости!
Ох, сейчас кому-то не повезет. А, не, проехали нормально. Я думал врежется в ту белую машину. Так, лидирует у нас Невил. А у Невила шустрая тачка, блин. А нет, я выиграл. Отлично. Доступ к тормозам, друзья. И 7700 мне дали. Так, ладно. О, захватываем район. Так. Получен Ford GT. Или Ford Mustang. Ладно, надо будет заехать в автосалон проверить. Чего? Твоя территория под угрозой, если ты не начнешь гонку в ее защиту, она достанется противнику. Ну да. Ну что ж, друзья, поехали, защитим свою территорию. Конечно, стоило бы заехать в гараж и поставить турбонаддув, но в принципе и так мы их сделаем. Это же черное сердце. Они так себе, медленные. Два круга у нас тут. Так, идем на обгон. Сбавим немножко скорость. Но в этой гонке не только Черное Сердце участвует. Вот это не из команды Черное Сердце. Это тупо уличные гонщики. Сейчас обойду, что ты в самом деле-то. Правильно, так держать. Двигайся дальше. Так, Невил идет третий у нас. Внимание всем! Поступили жалобы на превышение скорости. Нарушитель ехал на запад. Ближайший экипаж. Проверьте вызов. Диспетчер, подробности есть? Нарушитель на зеленом Камаро. Так, меня спалили, короче. Да, она всем нравится. Вызов принят. Дельце, похоже, интересное. Да, действительно неплохо. Спасибо за информацию. Может, на мусоров сейчас нарвемся. Можешь выдохнуть, они отстали. Дальше.
свободно! Сзади! Вот мне повезло, бля. Я чуть не заехал в того, бля, чувака на мусоровозе. А вот Невилу повезло меньше, бля. Он в него как-то и заехал, бля. Все окей, у меня еще нитро есть. Все окей, Невил. Мочи его. Так, свою территорию мы отстояли. Всех сделали, всех. Денежный приз всего 700. Но зато получена карточка защитник. Ладно, хорошо. Ну что ж, друзья, видео получилось достаточно длинным. Мы выиграли несколько гонок, также удрали от мусоров. Я думаю, нормально получилось. Вы свое мнение можете оставить в комментариях. Ну а на этом я с вами буду прощаться. Тюняшки, я думаю, поставим в следующем видео. Ну ладно, друзья, всем удачи и добра, и до встречи в новом видео. Всем пока!